невероятные. Prepare for battle. Так, ну и что? Да, я действительно пытал. Чешир запасается огромным количеством регена, идет в кардлейн. ФНГ будет играть на Скаймаге, Джеймс на Рубике, Мун будет фармить на Луне, ну и Шач пойдет в мид. Здесь же ребята уже в пятером идут во вражеский лес, и как бы ПР сейчас там в четвером кочурились. Всем, да, привет, кого не видел. Так, и в смоках, ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие сейчас проблемы могут быть у ПР, какие, нет, спалил ФНГ, отходить под вышку надо, фиссура, не точно, и все, на этом прекрасный заход, ребят, из Dream Team заканчивается. Расходятся. Вот мне интересно, действительно ли Шейкер будет стоять в соло, или как, Омника к нему на лайн отдадут, и вообще что будет происходить? Трипла в сложную войда на изи? Нет, вряд ли трипла пойдет в сложную, Луна, Петух и Рубик не очень боевая линия, и я знаю, что писал это 2 минуты назад. К сожалению, делает свое. Так, тут Afterlife, кстати, берет Legion Ауру первого левела. И да, тут, кстати, очень повезло Чеширу. Трипла в хардлейне, Ахмо, Век и ПГГ. Кварт разбивают, ребята. Кто там? Крипстатики. Уже есть по одному. А, лол, Омник для ПР, я не скажу. Омник на самом деле очень много грязи несет, поэтому такое. Единственное, что приятно, что ребята из ПР могут попробовать затянуть игру. И, в принципе, там, когда появятся хорошие айтемы у Вайда, появятся хорошие айтемы у Луны, то одной Мираной тут вряд ли что-то можно будет противопоставить команде Power Rangers, но до этого еще нужно дожить. Так, тут что-то... Afterlife так завоевался, и есть у него, конечно, сил, но тут очень-очень много танга у чеширского кота, поэтому он, в принципе, спокойненько гоняет туда-сюда Afterlife. Afterlife взял, кстати, еще Warp of Venom. И First Blood я пропустил на топе. Здесь еще Ахмо, бим! Ахмо, давайте, добивайте его. Летит уже ТП Шейкер. И, судя по всему, сейчас тут все будут умирать. Санстрайк от ZXC уворачивается очень хорошо. Джеймс даблкил поднимают. Хорошо, давай, ФНГ. ФНГ. И до сих пор жив Джеймс. Боже мой, трипл килл, Рубик, бим! И команда посыпалась, команда Dream Team посыпалась, все триплой, 4-2, умер Рубик, кто еще умер? Так, что-то я не понял, кто еще умер? Умер Рубик, умер ФНГ умер самым первым там в начале после First Blood'а, и уже тоже успел вернуться. Ну, неплохо, неплохое начало для ПР, забрали они First Blood, там Рубик вообще сделал трипл килл. Вот сейчас даже буду деньги через 10 секунд поднять курочку, есть уже ботинок, есть гантелька, стики. ПНГ там тоже, по-моему, сделал фраг, так что у него тоже скоро на ботинок. А здесь внизу Void потихонечку выходит на первое место по фарму, уже баши, ой-ой-ой, как больно Afterlife'а. Замедляют, у ПР 2 геры, которые лупят больно с руки. ПР, да, 2 героя, которые очень больно с руки лупят.
Вдобавок ко всему есть Скаймаг, который, ну, очень больно лупит магическими прокастами. Есть Рубик. Так, ну тут огрызаются ПРы. My pet thanks you. Заставляют там пролезать всевозможные реген ребят из Dream Team. Рубик — большая проблема. Мирана не керри, ну как сказать, Мирана, так, стрела, ой-ой-ой, огромные проблемы, Джеймс тут отъезжает, Мун, Муна тоже огромные проблемы, но у Муна еще есть 7 стиков, сейчас будут выходить за ФНГ, ФНГ отбивается флаской, тоже уже отпился, отъелся Мун, так что в принципе плохо, ну нельзя так, конечно, подставляться под... вот эти дизрапшены, потому что дизрапшен — это моментальная смерть. Там моментально туда же залетит стрела и санстрайк от ZXC. То есть, в принципе, миду спокойно стоит, есть у него ботинок, 600 голды сверху. Кстати, что там по мидерам у нас? Пак-то, кстати, шач вообще потеет только так. По 21-6, в то время как у ZXC 16-7, ну, с учетом того, что, наверное, ZXC периодически поглядывает наверх, чтобы... Так, стрела, ФНГ, ФНГ, будет ли жить? Нет, ФНГ, к сожалению, умирает, и сейчас у Муна тоже могут быть огромные проблемы. Мун, 5 стиков, Мун бежает, убегает Мун. И вот что-то начали творить ПРы, какую-то фигню. На самом деле, они начали потихоньку отдавать то преимущество, которое они заработали в начале, и это не есть хорошо. Так, здесь прилетел Скаймаг. Чем он прилетел? А, здесь есть купол, все понятно. Но Afterlife здесь уже никуда не уйдет, соответственно. Понятно. Первый купол реализован Чеширом очень хорошо. Фраг, правда, достался Скаймагу, но ничего страшного. Чешир уже имеет ботинок, будет он с... А, имеет ботинок, даже Пурман Шилд, 3 танга. Потихонечку он фармит. Наверное, был лучше ребятам из... ПР перетянуться уже, отправить против Omninite триплу, а Байда оставить. Да, все-таки есть бэктреки. Но не так уже много Луна с Бима наносит. Луна 4 левела. Кинвокер активирует инвиз и Шачло, к сожалению, не успевает за руной. Делать Каймак. Скаймага уже спалил форджом за XC, потому что фордж был в это время где-то здесь. Поэтому... Ой, себе. Мун, кстати, очень сильно просел за счет этих всяких не очень хороших драк по крипстату, и нужно ему сейчас... догонять. Так, здесь... очередная стычка. У Мираны уже есть фазы. Базила, у только ботинок, рейсер и тоже базила. Ну, все это заработал он за счет 4 ассистов. Мы были в начале игры. По вардам тут... А, нет, лоу, это варды ФНГ. За XC, кстати, нет маны и... Не будет инвиза в случае чего. Замедление, Dreamscoil, 4G, Silence. Ой-ой-ой-ой, как много дэмэджа вливает в ZXC. И все-таки он успевает сперва убить Скаймага. Ло-ло-ло. И откладывается, судя по всему, Мидас и Травла. Мидас. Да, ну, тем не менее, Скаймаг погиб. Ну, 6-5. Пользу ПР здесь. Поет, уходит на базу, и ФНГ сейчас будет стоять, получать опыт. В это время будет ли врыв на Луну? Да, сейчас будет фиссура. Фиссура очень хорошая. Моментально сейчас сбреют Муна, ну а Джеймс уходит в леса. Ну вот, да, вдвоем есть такая инфа, против триплы стоять не очень удобно, тем более, что трипла там уже оверфармлен. За счет вот этих ошибок Power Rangers и ПР... начинают потихонечку
проигрывать. Диплой на топе, здесь. ПГГ, ПГГ, баш, баш, хорошо, баш, минус ПГГ. Нужно ловить или, раз уж сюда пришел Чешир, пробовать как-то, не знаю, запушить вышку или что-то подобное. Что вчетвером тут смысла нет, но... Умник, кстати, умник с ботлом. Ботинок от голды сверху. В это время Скаймаг стоит и получает шестой левел. Чуть-чуть совсем осталось. Здесь хроносфера, ульт Мираны. Успеет, не успеет убить. Баш, фиссура и, к сожалению, ДХС уходит. Есть у него рецепт на Мидас. Также ставится сразу Сентрик от ПГГ. ДХС вынужден ходить. Скоро у него будет Мидас. И это вот огромная проблема. Поид пошел фармить лес. Интересно. Так, опять. Понятно, почему Ахмо не дал стрелу. В принципе, так, здесь всем, чем можно, промазали. Хорошо. Как хорошо сыграл Джеймс. Успел украсть фиссуру и кинулся фиссурой. Ахмо там пополучал немножечко дэмэджа. Так, а что здесь у нас у Скаймага? Скаймаг дофармил себе стики. Поид возвращается на лейн. На 9 минуте, 45 секунде появляется Мидас у ДХЦ. Но этот Мидас нужно еще принести. У ПГГ здесь ботинок, Сентрик, Смоук и стики. Больше ничего нет. Здесь уже есть Фейзы, Брейсер, Аквила, тоже Грейжин и стик. Ботинок Варды у Века. Что там у Омника? У Омника уже арканы. Not bad. Что там по графикам? По графикам ПР все еще ведут в районе 1000 голды, 2000 по XP. Ну, неплохо. Ну, за счет того, что фраги делают ребята из Dream Team, они делают их втроем, потому что обычно вот эта вот вся гапша, да. Сейчас огромные проблемы у Муна, и Мун бы как бы сейчас не встрял. И нет, Мун уходит под вышку, Мун чует что-то. Нет, Мун, прячься. Скаймаг убил Afterlife, опять-таки втроем там. Опять не тратили купол. И здесь огромные проблемы, Луна результовалась. Например, правда, только один Рубик, делается сразу тэп-ауты. Dire's middle tower is under attack. Так, Dire's нового. Ну и ФНГ приходит в мид, тут ZXC пытается спутать лайн. У ZXC, кстати, уже есть 800 голды сверх Мидаса, есть ботинок, и это не есть хорошо. ZXC еще и вышку добивает. Но у него очень много дэмэджа с мидом, четвертый экзорт. Оу, шикарный Purification от товарища Afterlife. А у Шейкера появляются тоже арканы. Потихоньку ПГГ тоже начинает наряжаться. Здесь ФНГ тоже пытается где-то аркан тапок нафармить. Но пока это у него не очень хорошо получается. Ставится Observer Ward в вражеский лес, очень агрессивный от Века. И ульт Мираны, и сейчас будет заход. Ой-о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 й
Это вообще все не туда. Еще и шач тут, ё-моё. Так, нет, вроде все хорошо, рассосалось. Сейчас главное не поймать стрелу или там... А там кулдаун еще стрелы. Маякуют, мол, Dice and Strike. Здесь уже в ФНГ. ФНГ сейчас... Ой, говорю в ПНГ. Ох, еще и ульт от Шейкера. Так, ну Шейкер тем временем все равно погибает, но... То, что Шейкер не пожалел ультимейт на Чешира, это вообще интересно. Так, ну а ФНГ тем временем приобретает такие себе аркан-тапки. Здесь Джонсы есть. А только лишь один ботинок. Прыгает. Прыгает пак. Стрела. Да, стрела. Непонятно. Пытаются зацепить, замедление есть, поднимают, хорошо. Нужен фейтболт, фейтболт, и еще одни петушки, и не получается добить Века. У Века там две атака, и все-таки добивает Рубик краденым Shadow Poison'ом.
хорошо играет Джеймс, скиллы крадет. Так, так, здесь пак, казалось, такой забыл, поставил. Здесь выход на Вайда, ну, какой-то такой не очень агрессивный, какой-то непонятный выход. У Вайда уже есть ПТ, Аквилла и Пурман Шилд, 400 голды сверху. Тут Тач отбивает Чешира, у Шечло, кстати, появился дагер. Давно, поэтому я просто пропустил этот момент. Так, санстрайк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, моментально просто стерли стрелу, ловит здесь. Вот, вот просто ульт. ФНГ разваливает, нужно цеплять еще кого-то. Здесь Шечло будет... Ну, 2 в 1 подрались, неплохо. Так, ответная фиссура. Хорошо, минус еще один. И нужно ловить где-то Мирана. У Мираны нет липа теперь. Поднимают Мирану, очень хорошо. Приходит Shadow Demon, проклятие на Рубика. И нужно добить. Сайленс, нет, орб, назад, куда-нибудь, не туда. Ай-яй-яй, Сайленс, и маны нету. О, Лохмо ушел на таких просто дехах. Обидка. Ого, 300 человек на стриме, ребят, спасибо вам огромное. Так, ну а Чешир тем временем перетянулся на топ, продолжает он подфармливать, что там у Луны. Луна купила себе Уберкоп, 1000 сверху, ФНГ пока тоже ничего нового не появилось. И Шейкер, а где Шейкер? Шейкер, где он? А, вот эту вышку он тоже, а здесь Afterlife вышку заденайл. По графикам сейчас... Ребята из ДПР немножечко просядут за счет вот этих бов. Да, они уже просели, 500 голды уже ведут Dream Team по XP, правда, ПР все еще впереди. Ну, ага, здесь в ответочку Чешир донес вышку, у него уже есть 1000, это очень хорошо. Чешир, кстати, вышел на первое место по крипстату, можно открыть нетворс и увидеть, что по нетворсам ПР проигрывают. За XC за счет Мидаса там вышел вперед. И, ну, очень много дэмэджа уже за XC сейчас с руки. Делается ТП и... Спалят! Нет, не спалили! Лол, не очень... Хроносфера хорошая, Пакс! Ой-ой-ой-ой-ой, сколько много дэмэджа! Какой разрыв! Шейкер ультанул, но там этот ульт вообще никуда. Минус Ахмо. ПГГ, и там один бедный Afterlife делает ипаут, и ПГГ сейчас тут зажмут трипл кил Шачло. Какой прекрасный ультимейт от ФНГ. Просто по двоим. Там такой terrible damage, что... Не успели пацаны даже очухаться. Очень хороший купол от Чешира. Просто фантастика. Так, прилетает Морбит. Для Чешира. ФНГ покупает зачем-то гем. Зачем? Зачем второй смоук Джеймса? Ведь есть смоук. Что там у Afterlife? Afterlife пытается сделать меку и стоя на, как считать, изи лейне против Вайда, он эту меку до сих пор не собрал. И это очень-очень плохо для команды Dream Team. У пэров меку, соответственно, собирать вряд ли кто-то будет. И здесь в смоках на Рошана будут заходить. Тут еще у Джеймса краденая стрела, так вообще хорошо. Мирана, правда, разрушила вышку на топе, 519 человек, вау-вау-вау, ребят, спасибо вам огромное. На правах рекламки, честно, я в конце стримчика скину паблик. Так, ну и здесь Чешир потихонечку пытается отъедаться, понятное дело, что останется, скорее всего... Так, ну а... Ребята из Dream Team заходят на Т2, и что-то очень медленно ПР бьют Рошана. Джеймс уже делает ТП, ну он делает ТП на Т3, пак, нет, пак забирает. Так, нужно юзать глиф, нужно юзать глиф. Нет, дела мимо, и Т2 на топе потеряли ребята из ПР, и это очень плохо, нужно им как-то... Сейчас реабилитироваться по голде. Так, тут мы на реген и... Ой-ой-ой-ой, промахивается! Очень хорошо промахивается, сколько много...
Все-таки умирает. Какой же... Я думаю, почему там не было дэмэджа? Там был... И не попадает! Не попадает Afterlife по Ахмо ультимейтом. Прячется Пак. Паку нужно сейчас как-то улетать. Пак теряет Аегис. 2-1 пока. И... Ходят отсюда ребята из... Будем говорить один в один. Шач убивает CXC. Очень хорошо. Нужно сейчас добить Шадоудемона. Шадоудемона добивают. Пытаются убить ПГГ. ПР, боже мой, что творят эти Power Rangers? Как они раскатили про команду противника? Живи, Чешир! Чешир! Нет, к сожалению, Чешир умирает. И, ну, 21-12. ПР из такой неудобной драки для себя вынесли просто максимум. Выжили. Нереально круто. Что там по графикам? Начали ПР снова отыгрывать свое. Там сейчас график обновится, наверное, порядка тысячи. 10 тысяч по XP. По нетворсу Шач вышел на первое место. Что там у него есть? 3000 уже у Шачло. Будет это Хекс. Ну и за XC только сейчас на 19-й минуте сделал Некрономиконов. Ну вот проблема в том, что да, пытаются... запушить ребята из Dream Team, и в принципе ПРом отпушивать как-то не особо удобно. Я не могу прокликать мертвого, вот, мертвого Чешира. Так, здесь очень хорошо спрятал себя, так, умирает моментально. Здесь Чешир, бежать дальше, сейчас есть хроносфера, хроносфера шикарная, но стрела. Мум специально зашел. Хорошо, минус 3. Догонять ПГГ, догонять его надо. Конкассив шот. Где-то тут. Так, смоки, ну куда же вы пошли? Ахмо убежал. Ахмо там почти фуловый. Никого не потеряли, минус 3. Шикарно. Отыгрывают. Так, здесь... Чешир продолжает фармить, ФНГ делает тэп-аут. Джеймсу бы тоже, кстати, сделать тэп-аут. У Джеймса появилась, наконец, урна. Шач подфармливает. Шач купил диффуза. Лол, диффуза на паке. Ай-яй-яй-яй-яй, Шачло. Гем. Гем забирает ПГГ. Это не есть хорошо. Теперь будут ломать Вижн. Ахмо еще и получает Викид Сик за пака. 960 голды. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая ошибка. Диффуза, конечно, очень нужный артефакт. Но, блин, не знаю. По мне, так лучше бы его собрал какой-то... Чем пак. Ну, хотя... Хотя, ну, в общем, диффуза правильный артефакт в данной ситуации. Снимать вот эти всякие неприятные репеллы и Guardian Angel с противника, но кажется, что паку все-таки лучше было бы собрать Хекс. Хотя тоже такое, мне кажется, следующим айтемом шач. Так, здесь какая-то драка, нашли и моментально просто уничтожили Omninite, ребята. Хорошая игра от саппортов, саппорты просто делают уйму работы. Ребята, тут 850, да, спасибо огромное, очень приятно, что вот где-то 2 месяца, так, что-то Чешир как-то подзавис. Куда он пошел? Зашел на вражеский шоп и куда-то... Да, выходит так. Луна, у Муна тем временем уже есть БКБ. БКБ 10-секундная, он его не прожимал. Есть Морбид Маска, скоро будет Доминатор. И нужно начинать стакать. Нужно сейчас начинать стакать для Муна, чтобы Мун вышел потихонечку вперед. Здесь Меду, Шадоу Демон, так. Паш спрятался, хорошо, не будет сейчас. Ой-ой-ой-ой, как разорвало, нужно отходить. Правда, сейчас там был сейвище бласт такой от ZXC, но это не помогло. 26-13, в два раза фрагов больше у ПР, чем у ребят из Dream Team. Что-то там пришло, нулик пришел. Или был этот нулик, не знаю. Суть так, у Рубика там что-то новое появилось. Нет, не появилось. Так, тут рисуют ПНГ. Давайте обойдем вот так вот. Там так, репел на Ахмо.
Вышку забирают Пэры вообще без проблем, достается она Луне, это дополнительная голда, это очень хорошо. Что у нас здесь? Здесь уже вторые некрономиконы у ZXC, Afterlife дособирал таки Меку, Ахмо появилась, Яша барабаны, Шейкер, там далеко ли до Даггера? Есть Даггер у ФНГ. Какой шикарный купол опять от Чешира! И как он вовремя отошел от Хилинг, как он там эта хрень называется, Purificationа, просто... Куда? Делает тэп-аут на топ. Очередные минус 2, и ПРы просто отходят, ждут они Рошана, и в принципе с Рошана можно с такими... Получается Wicked Seek. Получает Wicked Seek. Ну такое, да. Так, и тут ПГГ решил в маках. Команда ПГГ решила в смоках зайти в лес. Нет, скорее всего, это будет выход на Чешира, у которого уже есть, кстати, Майлшторм. И прячется Чешир. Понял он прекрасно. 8 секунд до таймволка. И ну... Нужно ему сейчас улетать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Чешир! Нет! Улетай! Нет! Боже мой! Ну, не так уж много, 35 голды. Дважды сработал бэктрек, но не особо это ему помогло. 927 человек, боже мой, ребят, вау. Так, варды тут разбивают. У Мираны появился тем временем Монтастайл. Так, хорошо, конечно, но... Так, здесь убили... Так, Шейкер фиссурой перегородил Джеймса. У Джеймса огромные проблемы. Минус Джеймс, но здесь есть Гем. Нужно Гем забрать. Забрал Гем за XC, к сожалению. Третий не когда у него появились. И все, в принципе, нужно отходить ребятам. Пак, куда? Шач, немножечко не туда ты пошел. Чло, Луна улетела. Ну, такие размены один в один у нас происходят. Она продолжает формировать. 1800, что-то летит, ТПшка просто летит. Для Муна, Мун... Здесь уже есть Майлшторм, я думаю, следующей целью Чешира действительно Дольнер, чтобы вешать его на себя и, в принципе, да и на Луну, да, на кого-нибудь кто-то напитывать. Огромная проблема, нет. Вот то, что третий не крал за XC, это очень неприятно, действительно. Тем не менее, маленького некрономикона там вообще диффузами может шичло сбивать, а вот второго я бы не этого трогать. Так, ну и Ogre Club появляется у ПНГ, для чего он ему, понятно, будет ли какой-то рода Фатас или что-то. Так, понял, ФНГ, что это всего лишь иллюзия, потому что Concussive Shot не работает по иллюзиям. Соответственно, вот так. Появляется у нас уже ультимейт Торп у Муна. Это очень хорошо. Луна становится плотненькой. Ну а попутно здесь вот привел наконец-таки Мун рейнджевого крипа. Нужно начинать пулить стак эншентов, чтобы быстрее набрать форму. По голде ПР вот после последней драки чуть-чуть просели, конечно, но тем не менее, 2500 они ведут, 15-ку по XP, это очень много. Так, это Даггер, а там... Заходят ПР на Рошана, здесь, правда, до сих пор бедные люди Шейкера ходят, моментально она раскладывается. Ставится сентрик, немножечко не очень непонятный от ФНГ. Ну и тут под момом очень больно забирают. Рошан падает здесь, под ультой Мираны. Видят это все ребята из Power Rangers. И нужно отходить сейчас. Так, пак, конкассив шот по ПГГ. Огромные проблемы у ФНГ. ФНГ все же успевает разультиться. И нужно забирать шикарный опять-таки купол. ЗХЦ, убейте ЗХЦ. Нужно убивать. Кем сразу забрать? Уходят 3 в 1. Нет, гнать их не стоит. Нужно сейчас забирать Рошана, и пока трех героев нет, спокойненько идти и носить сторону.
прекрасная игра от Power Rangers, эти куполы Чешира, ФНГ, даже в той ситуации, когда у него оставалось там, не знаю, 200 хп, он умудрился дать ульт в ZXL, на котором не было репелла, и моментально просто его сбрило практически. Там был, конечно, purification потом после купола, но это не так сильно помогло. 4К в Dota TV, да, я представляю, что я единственный стример. Это вообще действительно очень круто. Глядишь, когда-нибудь, может быть, меня будет смотреть так всегда. Так, ну, тем временем, Ахмо, Монтастайл, Фазы, Стики, Барабаны, Аквила, что там в ПГГ? У ПГГ появился Брейсер сверху здесь, Шач в соло убивает бедного Ахмо. Ой, это не Ахмо, а Afterlife. Вот у ZXC, блин, на самом деле, мне кажется, больше бы он там с каким-то грязи делал с Юбом, с ветрами, потому что так, здесь фиссурой зацепили, поднимают за XC, Луна, Бим успевает юзнуть, конечно. Что-то Егис есть у Муна, Муну в принципе все равно, пытается ПГГ как-то пурш. Здесь Чешир, хороший купол по двоим, Мун теряет Аегис, но тем не менее не век, никто отсюда не уйдет, это минус 3, нужно добивать, да, это минус 3. И на топе умирал Afterlife, и, соответственно, сейчас можно спокойно заходить на хайграунд и ломать сторону. Шач тут один спокойно справится. Ребята, Монтастайл, Луны. Вот теперь можно превосходить. Так, просветки тут зачем-то потратили. Делает ТП в мид, Ахмо боится. Один Afterlife на дефе, и Аганимом у него еще пока не пахнет. И есть, конечно, глиф, но глиф есть смысл. Да, юзает глиф 5 секунд, потому что через 5 секунд выйдут саппорты, они могут немножечко отогнать, но... Стоит вот сейчас попробовать. Нет, все, подошел Ахмо. Ребята из ПР ретируются, а Егис они потеряли. Нужно еще чуть-чуть подфармить. Еще парочку слотов. ГОСТ появился у Рубика. БКБ появится сейчас у Чешира. И это будет просто разнос. Появляется таки ультимейт Орб. Я надеюсь, что Шач доделает себе таки секс. Так, немножечко не то. Десятка по голде от ПР. 25 тысяч по экспе. Просто тотальная доминация. Да, вот собрал уже себе БКБ. Ну и появился только вот Торм. Бахмо здесь опять-таки. Попытка выхода гоним от Afterlife. Так, и упал стрим. Это очень плохо. Так, Чешир, Инвокер, где-то нашел Рубика. Ой-ой-ой-ой, здесь проблемы могут быть. Так, Войд с Момом. Тайл... умирают. Так, ой-ой-ой, цепляет прямо липом, как хорошо, нужно добивать Мирану, Мирану убивают, и очередной фраг, Санстрайк, немножечко не туда, Санстрайк, здесь Afterlife, Repel, так, БКБ от Муна, а зачем, непонятно, Мун разультился, Мун уходит и просто делает тэп-аут, здесь догоняют, Век тоже должен умирать. А где ZXC в это время вообще? ZXC где-то сзади и... Тут не уйдет уже никто никуда. Dream Coil потратили на Afterlife, а Afterlife пытается сделать тэп-аут, но... Да, тэп-аут он не делает. Triple kill для Шачло и... Чешир просто выходит, ломает кабины крипам. 17 на 40, 12 тысяч по голде, 30 тысяч по экспириенсу. Ну и в принципе, наконец-то я могу сказать, что ребята из Dream Team не стали палкой в колесах ПРов и не знаю, кто там остаются у нас.
скорее всего, X-Pet, здесь Pen Strike. Ну, окей, ну ладно, забрали здесь Чешира, но бараки потихоньку начинают падать. На, с огромным количеством иллюзий. Здесь бьет, ну, правильный барак бьет, конечно, Мун. Так, Хекс появляется. Так, здесь цепляют Джеймса. Огромные проблемы у Джеймса. Ой-ой-ой, это какой хороший ультимейт. Нужно красть, крадет, колдснеп. Убирает уже ПГГ. Хекс, ну, спасает. ПХС живет, санстрайк. Пошло, шло. Уходит здесь. Ай-яй-яй, добил ФНГ. Шачло, нужно уходить почему-то рано. Шач, ты у тебя гем. Шачло, догераут и... Бум, добивает таки. Да что такое? Holy shit. Radiant middle barracks are under attack. Так, ребят, извиняюсь, в общем, там были небольшие проблемы. Я запустил сейчас без дилея, попробую потестить. Если что, уже потом на следующую игру, которая, скорее всего, будет PR против X-Game, пофиксят там проблемки. Или я сам сейчас попробую потестить что-нибудь. Тут уже, я думаю, в принципе, все понятно. Стрим мой вряд ли кто-то будет смотреть. И чекать, что там нет дилея. Торить его никто не сможет. Да и я думаю, кому это не надо. И так уже понятно, что ПР, в принципе, проиграть тут будет нереально сложно. Мид они снесли. На топе вышка 179 хп. Ой, на боте, на топе там... Там есть Т2, правда, здесь Луна фармит. У Луны уже есть сатаник. 1027 человек. Действительно, 4020 мне. Ну, не факт, что, конечно, это кто-то смотрит. Там из 4000... 4000 меня, но тем не менее. Так, даггер уже появился даже у Джеймса. Что там у ФНГ? ФНГ собирает агоним. О, как. Интересно. ФНГ, видимо, просто хочет давать два ультимейта и дальше весь замерегать бесполезно. Ну и заходят понизу ребята из ПР. Парашана там еще нет, конечно, но... Здесь в пульте под мы. Проблема в том, что есть здесь гем. Если не начать инициацию с Рубика, то в принципе вся вот эта гапша, она очень спалится. Так, крипа попадают здесь, поднимают ПГГ очень хорошо. Купол! Будет ли купол? Так, ну нет, развели. Нужно сейчас догонять Ахмо. Ахмо, нет. ZXC улетел, что ли? Нет, ZXC даже не дрался, это был Afterlife. Здесь прячут Века, Век не попадет. Ну и остаются два игрока, Sunstrike. Нет, не попадают по ФНГ. 3 в 0, разрыв просто шаблонов, разрыв лиц ребятам из Dream Team. Ну и с вероятностью 99,9% ПР проходит в финал Ай-лиги, который состоится, не знаю, скоро ли или нет, но по идее должен быть сегодня. И ГГ пишет за XC. Я даже не удержусь. Да. ГГ. Б. А, ну что ж. Поздравляем ребят из ПР, пока, не знаю, там 5-7-10-минутная рекламная пауза, ребят. Я пойду спрошу у Чешира, во сколько будет следующая игра, и